это до 2 часов ночи не хочу сидеть. Джерри, ну-ка, покажи, как он выглядит. Просто, чтобы я вспомнил. А, ну да. Агро, агро, агро. Агро, блядь. Демон, демон, демон. Что там собрали, Олег? Да, но ты зайди, пожалуйста, на третью РС-ку. Через полчаса, или через час, или через 20 часов мы ее соберем. Вот это вторая АРС. Пошли бить дальше. Дайте бафы нормально. Каску там хотя бы. Yes. Так, каску дает диплом. Ты раздаешь щиты, тюменские кресты, отец холодец, кулак, лирана, каска. Бить командира, сейчас другую пачку совем. Макрыбы пошли. Макрыбы, да, спикайся, да, в танк. Их нет. Регер, давай в танк, будешь танчить ему. Марин, вытащишь? Командир, алло. Убить того командира потом. А, ладно. Отведите командира. А, не слышно было. Видите командира. Может рост дать? Да, можно, давайте рост. Могу две РС-ки пэрэлить, если вместо холипала кто-то другой зайдет. Ну, у меня есть холипал еще. Ну, нормально. Грегору принципиально, походу, моба в стороне одного чуть-чуть танковать. Кому? Сыка. Грегор. Специально на первой пачке Даня держит двух мобов, а у Макгрегора один в стороне чуть-чуть. А зачем ему мобок? Смотрит налево, да? Нет, да, смотрит на аниме. Ага. Артхилл, у меня нет ювелирки. Мэджик, ты в РК? Ты кого-то путаешь. У Кутербола есть ювелирка, если что-то надо, я его сделаю. А какой у тебя ник в РК? А, вижу. А у тебя есть еще персы?
не весь в гильдии? А, я понял, ты минус поставил. Джейвен, ты зайдешь на ДК? Да, сейчас слитки сделаю, Пацан даже регион тебе кинет, вот сразу. Тяжко отдавать эти 70 слитков. Пайм, это то же самое, что ты 70к передаешь. Шарик, сейчас чувак тебе кинет. Да я не кинь, ты шо? Я ему по 10 буду передавать. Жопа эти, это хуета. Богатым? Так. Дал тебе лидера. Надо, короче, натаскивать каких-то других людей, чтобы они хилили хулипалом и танчили БДК. Потому что если ты забьешь, то будет печально. У меня есть БДК, но я не умею им играть. Можно научить меня играть БДК? Давайте шкаф поставим. Суманем Джерина. Выйдите вместе пить пиво с Джерином, он тебе научит за пиво. Ну ладно, что там Ренивал. Давайте так, чек на АФК. На бафы. На пул. Пер. Тыкните на сумон. Кто кулак раздает, я забыл. Отец холодец кулак раздает, но он АФКшит. Вроде варк. Второй. Крикните на ап тогда. Все, есть на ап. Ну, все, да, не пуляй. Ваши муки станут платой за это вторжение. Поднимите мэджика. Отец Хадис, ты пришел? Так, кто босса будет танчить? Кому удобно так? Тогда гилд босса, Макгрегор первую копию, диплом третью, о, вторую копию. Поставь шкаф опять самонем. Кулак, да, и всем отец холодец. Принимай сумон, Джерион, дайте бафы по Джериону, кулак, каска, лапу. Слышишь, это все на ауке покупал у одного человека или у разных? Что покупал? Это Джерион. Все, короче, дайте еще лапу.
Applebox, дай лапу. Все, можете запускать босса. Цирк приехал. Почему вы Варен не дали кулак? Отец, молодец, дай Варен кулак. Макгрегор, прожимайся, лови потом копию. Прожмись. Молодец, Писана. Уйдитесь под морды босса. Диплом дашь каплю на Макгрегора потом, я скажу. И сразу Сакру потом. Забираю вторую копию. Давай каплю на Макгрегора, давай Сакру. Типа между нами может держать. Спил гейм на ХП. Диплом, прожми срезку. Почему ты не прожал срезку? Диплом умер. Было бы 4 ляма, был бы вайп. Рад, бахни кулак поварам. Парни, не кричи, пусть дает кулак. Спасибо. Бахните опять пала. Заходите все за линию. Списвана, заходи тоже. Поставлю здесь рыбу, кушайте. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Все, давайте фулл баф. Каску, крест по престам, по палам. Но боюсь... Все, можно начинать. Так, слушайте внимательно по тактике. Свет хилит Тюменской, Гутербол. Тиму хилит Списвана, Гекада, Хатай. Списвана диспелит. Списвана, это ВРК? Мы опоздали. Рубиновое святилище пало. Отлично. Тиму танчит Макгрегор. Свет танчит Гелд. Протопал у нас диплом. На него делаем на пул. Четвертая пати остается добивать големов. Что там еще вам сказать? Паладины, ретрики, разбирайтесь сами, кто кидает длани, какие печати. Пишите РК, на кого вы ролите. Вроде бы все сказал. Квадрат — это свет. Звезда — тьма. Свет диспелит Хилика.
Все РДД бьют големов. Нитролетки не СС на третьей фазе на Тюменского. На третьей фазе бьешь големов. Все РДД бьют големов. Дедвар готов. Заходите за линию. Последний чек. Секунду, погодь. Сейчас СС найду. Не сейчас только кидать. Я выкупаю. Так, на третью фазу выйдем. Так, все готовы. Все, начинай. Макгрегор, начинай. Не забудь прожаться, когда зайдешь на вторую фазу. Повесь на него орехи. Встали в квадрат, милики отошли в квадрат, скоро метеор. Дипломы на семетку. Сам себя диспелишь. Отошли подальше от фрейма босса. Побежали. Перед метеором да всегда отходим. Блядь, это пизда нахуй. А зашибись. Следи за своим агро. Квадрат встали. Нарожила, выноси метку. Хатай поднимается холодца. Бафы. Мало. Доксон, выноси метку. На пола что ли не было? Перебежали метеор. Сам диспей. Доксон, спринты включай, побежал. Интеллект магии обновите. Четвертый пати остается. Applebox поднимай детвара. Смарт-кил выноси метку. Вставай, забафайте вары, играйте в халионы. 3% до переходки, 10 секунд бить. Вставай, детвар! Завис, наверное. Гутербол выноси метку. БДК прожмись, крикните на хп вары. Вылетел, наверное. Бейте кружок. Так, минус 2 БР. Хорош. Анкокер, выноси метку. Абуль, смотри. Ты остаешься во тьме дамажить. Ты понял? Третья фаза. Да. Балансируем дамаг. Когда можно заходить? Сейчас лезвие. Беги, малышка, беги! Заходите. Снова зашли, вы слышали. И что это? Дыхание. Не повезло. Ладно, падай. Потому что портал получается. О, под мордой у него. Он же не в центре стоял. Не. Никто не сказал. Поставить нормально. Там кто-то то ли вперед зашел, то ли что, Макгрегор, я не знаю. Да. Не, у нас портал в свету. Ничего получаешь. Давайте речи, алло, речи. Заку, следи, Вергилий. Так а как демонам можно сорвать агро, ну типа пиздец? Ну у него же нет снижения агро-таланта. Значит, можно. А на пула с самого начала нету, что ли? Не, ну у демона сильный буст. Че нет? Так, детвар вылетел. Просто там один промах, ВП-шка. Может, зайдет? Слава, когда ты поймешь, что промах ЛП, он ничего абсолютно не дает. Ну да. Ты промахиваешься ЛП, КД руны уменьшается. Руна быстрее КДшится, следующий ЛП даже быстрее. Это то есть, целый... по сути, ничего не меняется. Оно будет ЛП следующее, просто это целые полторы секунды, за которые Синдра вайпает рейд, Халион убивает Кливом рейд. Большой идет в рейд, и ну тупо АУЕшка, и он остается в рейде и падает рейд в РСК 25 км.
Не знаю, я хожу вообще с недокапом мили крита, мили хита. Промахиваюсь, но это вообще никак не влияет на игру. Не, я просто три ситуации видел, я их описал. Что там, все? Сейчас зайдет бар. И стал фанатично эту меткость собирать, так что... Просто нам опять не повезло. Бар вылетел, под дыхание зашли. Я вам говорю, вот эти вылеты, это точно что-то с серваком случилось. Их раньше не было столько. Не знаю, не знаю. Ну вот у меня раньше не вылетало вообще никогда. Все, вот давайте бафаться. Полмесяца назад у меня. Я стал вылетать иногда. Чек либо. Причем при разном интернете. Здесь, там, дома у меня. Диплом тут, тюменская, Дейтвар, тюменская, все готовы? Нет, диплом готов? Диплом. Да. Лапы, блядь, все зашли за линию, Макгрегор, начинай. Праведные ключи. Да. Макгрегор, ты прожимаешь руническое кровоотвод там. Ну, пошчу. Странно. Спецвана метка. Встали в квадрат, метеор сейчас будет, побежали. Вы уже в рейде, давайте в квадрат отошли. Блять, Дим на хп отдал. Я не выноси метку. БР на КД. Конит БР. Войд подымай. Бейте только лича. Ой, лича. Халиона. На маги мало. Сбафайте сову. Встали в квадрат. Побежали, метеор. 7% до переходки. Все боссы играем. Смотрим лужи. Опять врать, что? Давайте в квадрат стали. Спецфан. Хороший. Заходи быстрее, ты не должен умереть, ты четвертый пати. 2% до переходки. Забежать уже. Доксон, поднимай спецфану. Войд бист выноси. Заходите. Если посмеете. Так, зашел. Бей голема. Ну, теперь у нас 0 БРов. Зашибенно. Били. Когда зайти можно? Сейчас. Заходим. Встали в квадрат. Пою гимна ману. Доксон, залей иннер списвание. Аплбокс и энергикади. Смарткил выноси метку. Длани нету. По конте не было длани. Что? Гутербал, выноси метку. Давайте, сейчас будет лезвие, потом метка, потом переход. 51. Слышно меня? Да. Сейчас будет фаза. Опять длани нет. Поздно даете. Выходите, свет. Давайте рост. СС на поле пала. И бьем босса. Все РДД переключаемся в големов. Спецфана метка.
Старожила, назад метку неси. Дайте энергутер Богу. Побежали, метеор. Помогаем бить мне взрывом разума. Смотрим лужи. Сейчас во тьме даем рост. Детвар, выноси метку. Доксон, выноси метку. Отошли от лужи. Все сыграли в большого голема. Трэш мелкий, бьют только мелики. Все сыграли в большого голема. Можно дать кольцо льда сейчас, маги. Ну, РДД, играйте в большого голема. Только 500к вижу. Что-то слабенько как-то. Смарткил, выноси метку. Дотайте Халиону. Встали в квадрат. Побежали, метеор, побежали. Так, тьма, стопайте дамаг. Свет, добейте вот этот мелкий трэш. Ща. Забьем. Ща, не диспель. Все, сыграли большого голем. Диплом давай. Ничего не давай. Сыграли большого голема, РДД. Но его на семетку. Тюменского на семетку, диплом давай, Сакру. Диспел. Диплом сейчас дашь каплю на Гелда. Побежали, метеор. Что-то слабо трэш заливаете, жесть. Хиль диплома, блять. Поднимайте диплома. Не, не поднимайте, падайте. Трэш живой вообще был. Почти весь. Вообще. Вой, ты бьешь трэш вообще? Я не вижу, чтоб ты бил трэш. Понятно, проблема в коте. Не знаю, он там срывал даже где. Да нет. Обычно много дают. На рогу зайти, на пул нормальный будет, и трэш сольется быстрее. Ладно, Детвар, свет будешь выходить, бить трэш. А чё, сейчас хуёвый на пул был, что ли? Не знаю. Нет, нормально всё ж на пол, там... Типа трэш не залили почему-то. Ну, у White Beast должно быть место... Вот, Халион на первом должно быть живой огонь, а потом уже Халион. Местами поменять цели просто. Ну, давай, давай, к концу боя потом уже. Потом я на рогу зайду, сейчас попробуем на рогу зайти. Кто там еще умирал? Бля, не помню. Раздавайте бафы. У кого БР на КД? У меня 3.30, у Доксона 4.20. Заходите за линию. У меня без КД. Стой, помоги. Applebox не знаю, что. Без КД. Тюменская готов? Сейчас хлебу даем весь. Все. Заходите за линию, все готовы. Начинай. Блять, ты раньше танка плюешь, ёб твою мать. Интерлюды. Зло. Хатай, поднимай интерлюды. Ну ты тупой. Назад отведи чуть-чуть. Да, немного тяни. Списвана, выноси метку. Дайте бафы по демон луку. Из-за этого мы и падаем. Бейте только Халиона. Ну а выноси метку. Не спел. Отошли от фрейма босса, сейчас будет метеор. White Beast метка.
побежали. Что так сильно трэш не оттягивает далеко? А то что-то как-то в ебеня его оттягивает. Диплом метка. Есть БР? Да. Подымай его. Толбокс по. Так, Доксон, есть БР? Вот, есть БР, нет? Да, у нас проблемы в РС. Причем я дал звездопад после того, как поднял. Я знаю, в чем проблема, только вы не слушаете меня никогда. На пула нету, дерьмо на, не на пул. Вот и все. Можно зайти. Вести катание сам будет добивать. Не, ну вы красавчики, конечно. Слышишь, Олег, мне врываться в трэш, умирать или аккуратно бить? Бей аккуратно. Бахните, пожалуйста, дух, дух, самое главное. Тюменская, регень автоатакой. Хиль себя. Бахните дух. На. Рано выноси метку. Доксон, Энерги, Кади. Войд, списывание. Сколько там процентов? 51. Ну, блять, ну вы красавцы, конечно. Что такое? Вот тут большой же еще. Его никто не добил. Сколько ТП? 40 еще. 50%. Выходим. Выходим в свет быстрее. 2 секунды лезвия. Гимн на ману был у нас во тьме? Не было. Плохо. Давайте рост. Надо экономить ману. Доксон, назад метку. Побежали, метеор, во тьме дали рост. Диспел, диспел, продиспел. Катай. Тали квадрат. Это агро. Перелет, стопай, агро, бей, блять, большого. Бейте все большого, РДД. Та не, падаем. Заходим в лужу. Скажи, зачем ты в рейде вообще, если ты каждый трай срываешь игру, дохнешь? А тут, сори, я провтыкал за игру, я не знаю, не, что он от мелкого трэша сдохнул. А, не, ну сейчас кто-то сорвал Халиона. Void Beast. Не было вроде. Ну я сразу забрал. Там таргет на Void Beast был. Ну, да. Просто пишет 200 тысяч было у большого, как я да. Так а лень шо, лень тоже мне напуливает. Блин, лень 6.2. Ты дамажил 2 раза больше этого хрента. Ну у меня нету капа арпа. Сколько у тебя арпа? 86%. На в чистом. Ну тут арп, тут. Арк не дает, напор идет от магического атака, потому что град стрел идет от тайной магии, короче, урон. Вы че? Какой напор? Какой арк? Вы че, ребята, не читаете стрелы? Не, град стрел, не, град стрел он тайной магии, я физик. Ща гляну. Может гляну? Ну не знаю, либо так травим, либо там, не знаю, хилика зайдешь на ханта. Пойдем так. Я могу зайти кем угодно, но лок.
Заходите за линию. Ты проверял, там что с луком, с кинжалом, что с луком, с лича, одинаково, типа, прилетает по мелкому трэшу, то есть на пол идет тотальный маги. Смартил, кто у тебя еще есть, кроме ханта? Все, кроме Роги. Мне кажется, да. Ой, он может зайти на АДК, я могу зайти на ханта, и все будет нормально. Ну, поберегите Джерена на следующую резку. Давай еще один раз так тройнем. Просто тот не тот, не то, что из-за напула, из-за того, что еще, блядь, такие тупые трои. На, не готов? Да, тут. Все, начинай. Никто, блядь, не пуляет. Макгрегор, начинай. Встали в квадрат, бля, мне не нравится, как лужи разливаются. Вы должны стоять в квадрате, а не под фреймом. Зачем мы стоим чуть-чуть сзади? Можно же ровно перпендикулярно боссу стоять. Побежали, метеор. Катать, диспелишь? О, вот это идеальные лужи. Бля, вот что так трэш бежит очень быстро. Подведи трэш под миликов, чтобы они кливали его. И били босса. Интерлюд, бей босса. Блядь, тупой ублюдок. Ну, нету слов. Ну, четвертый раз. Есть БР? Повороте, ты в РК? Блядь. Дурачок, блядь. Побежали, метеор. Уйдите, трэш, в ебеня, я вас умоляю, это же нахуй пизда. Так, ладно, заходим в лужу, короче. Короче. Сколько еще таких? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких? Сколько еще таких? Надо будет Джекса поставить. Ну. Блять, я не знаю, нахуй. Так, Смартил, у тебя ДК есть? Есть. Заходи на АДК. Джерен, заходи на ханта. А вы меняете ДК, который бурстит 21к. Фу, ладно, я ушел. Ладно, стоять. Тогда у нас все равно два приста хилика. Заходи ты на ханта. Я по диспелю рейд. Последний шанс, Заливин. Не меняет я только потому, что Повороте сказал, что ему надо 5 минут. Окей, братан, окей. Мартил, заходи на АДК. А, подожди. Я знаю. Оставайся на ханте. Не надо тебе заходить. Бум. Тут? Зачем ты отводишь трэш куда-то в ебеня? Это же пиздец. Он растет только 15 метров от большого. Ты уводишь куда-то в жопу. Зачем? Диплом, ты слышал? Там уже на первой фазе можно вообще не отводить, под боссом бежать, потому что больше... Вот это я про это и говорю, он все время куда-то стеночку... На третьей фазе просто чуть ближе к хвосту их подводить, и, ну, и уже не под боссом, а ну, чуть отводить, короче, там уже сам буду смотреть. Надо чуток отводить, он отводит к стенке вообще, зачем? Ставь шкаф. Да, град стрел магия. Не знал этого. Ты же говорил, это тайная магия. Там типа можно напуливать с любым луком. По идее, если Рога прожимает кош в инвизе, то его не палит град стрел. Она бьет типа тайной магии. Проблема в наполе в неадекватном демоне. В том, что вы не хотите убивать Элис. Спасибо тебе. Да, видите, вообще новых игроков нет, они уже так попали. Я просто присты топ, это ебать, а прист мой не одет, поэтому играю локом. Дал приста баф, докс, он тут. Диплом, ты услышал, что надо трэш танчить рядом с мини-зоной, только 15 метров держать расстояние от большого голема на третьей фазе? Доксон готов?
Олег, я в четвертой пати сейчас остаюсь с големом добивать? Да. Я тоже остаюсь добивать голема. С доксом готов? Доксан. Не тому накинул, наверное. Тому накинул, зато трай. Ты уже вроде давал. Три трая дохнул. Три. Каждый раз, каждый раз. Доксон, ты тут? Сколько у нас трая вообще было? Четыре? Да, четыре трая и... Сколько мы тут сидим? Ну не... Полхолен, ну, 23.09. Сейчас 23.35. Доксон... Все, заходите за Лени, все готовы. Макгрегор, начинай. Посмотрим, что с напалмом сейчас будет. Встали в квадрат. Забили на Халиона, встали в квадрат. Вот, выноси метку. Милики. Бежали метеор. Квадрат, квадрат. Миленький. Что у вас там случилось, Олег? Ближе. Ничего, все нормально, трая. Бейте босса. Диплом. Танчи трэш в квадрате. Почему они опять там, где не надо? Милики должны кливать трэш. Геншин метка. Встали в квадрат. Убежали метеор. Встали в квадрат. Катай метка. Сейчас либо это везет, либо ну, трэш не разбегается. Макгрегор. Заходи, прожимайся. Четвертая пати остается, бьем кружок. Скажите, когда заходить. Заходи. Заходим. Заливерин, не срывай, пожалуйста, агро в третьей фазе. Бей большого голема и халиона. Трэш не трогай. Смотрим, сейчас будет лезвие с меткой. Мэджик, выноси в сторону морды. Чуть левее, да. И блинк вязаешь после диспела, а не до. Гекади, да, кстати, про иннера забыл. Доксон, давай иннер списывание, воет иннер Гекади. Сейчас будет лезвие, потом метка и переход. Готовимся. Давайте сейчас убьем, потом соберем третью. Есть время еще есть. Фаза пошла. Ждем метку. Диплом, выноси метку. Все, выходим. Макгрегор Кун, на себя протяни. Встали в квадрат. Дали рост в свету. Чи
Менского выноси. Давай, я тебя диспелю, возвращайся просто. Побежали, Метеор. Сейчас внимательно смотрим на лужи и бьем большого голема. Это КРДД, миленький мелкий трэш. Выходим с лужи. Пополбокс, подымай крауда. Во тьме даем рост. Бьем все большого голема. Да, нормально. Дайте бафы по крауду. Тюменская. Кулак ему дай. Смарт-килл, выноси метку. Трэш сыграли все. Мелкий трэш. Побежали, Метеор. У нас бы ДК упал. Падаем. Материальность была 50 там. Почему он падает? Покажите захил по танку. Его не хилили? Ну я не знаю, там что говорящий, хватит меня, но говорите быстрее. Сейчас я ж смотрю. Кому интересно, скину. Так, смотрим. Кто Парагон из WhatsApp? Не, лимит. Убеждение древних, быстрина. Там атака ближнего боя, одна волна на 14 тысяч. Щит земли один раз прокнул, еще одна атака. Сначала 30 тысяч, потом 25 тысяч. Сколько секунд? Между атаками. По 2 секунды. Да нормально, по 2 секунды. Шаманом каст 1-1. Тут получается одна плюшка, потом через 1.5 секунды вторая плюшка, и через 2 секунды третья плюшка. И все, и он упал. Гада, ты в РК? А, Джерион, ты кто? Какой хант? Посмотри журнал боя по БДК. Где твой захил? Вообще его нету. Каждый раз в 2 секунды просто какой-то... Ты хил был и все. Давай я зайду за креста. Нон-стоп, чем это? Может. Не упадет БДК 100%. Нон-стоп. Журнал боя показывает, что ты его не хилишь. Олег, а у тебя есть дома что поточить? Чего? Покушать есть что дома? Карандаши. Заходите за линию. Чек на пул. Думал, захилил. В следующий раз и шаману, и друиду, и кепресту тоже будет ГП. Я вас вообще охотов не видел. Никада, готов? Да. Все, начинай. Да, хероватенько все стало. Бежали, Метеор. В квадрат. Все равно херово как-то трэш сливается. Не помню, выноси метку. Побежали. Лужа в рейде. Блин. Повезло. Милики, оббегайте лужи, бейте босса, тюменского на семетку. 2% до переходки.
Ну, давайте сыграйте мелкий трэш. Подожди, БДК, ждите лужи. Блять, Списвана, это просто no comment, блять. Есть БР? Снимай дух, есть. Снимай дух, подымай ее. Заходите. Поднял. Там еще один зашел. Молодец. БДК упал. БДК упал, вообще. Я же говорил, без холиквеста никак. Просто я не знаю, люди забыли, может заново тактику рассказать, не знаю, блядь. Может это поможет. Надо спросить, кто последний раз в РСке был? Когда последний раз вы были в РСке? Надо так спросить. Если давно, то что? Если давно, то надо отправить на канал Войдис. Олег уже все говорит. Типа, так, заходить, не заходить. Не, там, ну это анонсировать, делать. Это понятно. Ну так она же умерла не потому, что там она как-то. Ну просто, ну, просто люди делают то, что не анонсируют. То есть, ну, сами по себе такие, знаешь, ерунду. Заходи на Холикоста. Сейчас зайду. Повороте ты верхма. Спасибо за рейд. Так. Поставьте мамонта, есть кого мамонт? Ладно, Вергилий, последний раз. Ты умираешь. Ваш раз стоит. А мы последний. Че, Вергилий, он же ничего не делает. Ты номер опять. Зашел и умер. Сван, что с ней? Написала, что очень загружена. Если есть кем менять, то меняй. Я поменял. Она из-за этого падала? Ну да, видимо. Где там шкаф стоит-то? Не знаю. Вау. Стой, мама. Чё? Да. Каким образом? Базе на три топора. Давайте, у нас 10 минут, то...